Рассада кровохлебки лимонный всплеск любит солнечные участки и влажную почву. Поэтому в засушливый период ее необходимо поливать. Сорт имеет привлекательную листву, неравномерно усеянную ярко-желтыми пятнами и брызгами на темно-зеленом фоне. Иногда пятна настолько многочисленны, что некоторые листья становятся полностью лимонными. Под конец лета над яркой листвой на тонких стеблях возвышаются бордовые соцветия пуговки. Цветет сорт рассады кровохлебки лимонный всплеск с июля по сентябрь. Кровохлебка тупая Lemon Splash — это травянистый высотой от 80 до 100 см. Цветет растение в месяц июль, август, сентябрь. Окраска цветка пурпурная. Весной листва по цвету зеленые с желтыми пятнами, летом листва зеленые с желтыми пятнами, осенью листва зеленые с желтыми пятнами. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.